Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сотрудники ГИБДД активизировали работу по поиску нарушителей среди пользователей электрических самокатов. В некоторых городах автоинспекторы массово штрафуют таких участников движения за отсутствие водительского удостоверения. Причем штраф не маленький, от 5 до 15 тысяч рублей. Основание для этого заключается в том, что мощность двигателя электросамоката превышает 250 Вт. В данном случае, напоминают дорожные полицейские, необходимо наличие прав начальной категории М-мопеды. Трасса 101. Только 20% российских автомобилистов способны самостоятельно обслуживать и ремонтировать машину. Результаты опроса опубликовала газета «Ру». Из манипуляций, которые автовладельцы могут проводить со своей ласточкой, большинство голосов, 45%, набрала мойка. Около 40% получили такие варианты, как заливка технических жидкостей и подкачка колес. Далее по убывающей идут установка дворников, замена аккумулятора, замена лампочек. Самой сложной задачей для респондентов оказалась замена тормозных колодок. Трасса 101. Верховный суд поддержал россиянина, который пытался отсудить у дорожников более 300 тысяч рублей. Автомобиль, принадлежащий мужчине, получил серьезные повреждения, попав в большую яму. Нерастающие суды оказались не на стороне истца. Дескать, согласно ПДД, он должен был учитывать дорожные и прочие условия. Также было установлено, аварии удалось бы избежать, если бы авто двигалось со скоростью не более 46 км в час. Однако высшая судебная инстанция задалась вопросом, а с какой вообще скоростью там разрешено было двигаться? Оказалось, 90, что больше реальной скорости движения машины. Ввиду этого дело вернули на повторное рассмотрение. Трасса 101. 70% российских автовладельцев не хотели бы приобрести подержанную легковушку китайского производства. Главный аргумент против такого поступка, по данным агентства «Автостат», плохое качество автомобилей из Поднебесной. Оговорка, имеются в виду модели, которые были выпущены приличное количество лет назад. Следующий негативный фактор – это короткий срок беспроблемной эксплуатации китайца, а также внешность таких машин. Что касается оставшихся 30% опрошенных, то главное, что привлекает их в китайских авто с пробегом, это неплохое сочетание цены и качества и богатая комплектация. Трасса 101. Компания «Черри» обещает в следующем году начать в нашей стране продажи кроссовера «Тигго 8 Pro E+.» Это тот же «Тигго 8 Pro Max», который стоит сейчас минимум почти 3,5 миллиона рублей, но оснащенный подзаряжаемым гибридным двигателем. Силовой агрегат состоит из двух электромоторов и полуторалитрового бензинового двигателя. Последний расходует всего 1 литр топлива на 100 километров пути. Такое же расстояние автомобиль может пройти на одной электрической тяге. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».